кричала, как она кричала, обзывала меня, грозилась уйти, а я любила ее в тот момент особенно сильно. Мне кажется, что меня ожидало только что нужно. Прошел месяц после того, как она ушла. Она много раз уходила, и каждый ее уход знаменовался какой-нибудь испорченной частью моей квартиры. Но она возвращалась, всегда возвращалась, так же громко, как и уходила. Мы любили друг друга, иногда днями мы выходили из комнаты, мы были одни. А теперь один я. Месяц назад она стояла возле двери, рядом стоял малиново-красный чемодан. Как я его ненавидела, этот символ расставания. Я готова была давать ее ходить сколько угодно, только без этого уродства, в котором она уносила себя от меня. Она не кричала. Мне уже тогда показалось это странным, но я не придала значения. Говорил ей что-то не для того, чтобы не дать ей уйти, просто потому, что в такие моменты нужно что-нибудь говорить. Она стояла и улыбалась, без злости и обиды, как тогда, когда я впервые увидела ее. У меня не осталось от нее ничего, даже фотографии нет. Я не понимал, почему она улыбается, а не кричит. Мне стоило обратить на это внимание, возможно, я бы смог остановить ее. Но я предпочел думать, что это была очередная ее игра. Она ведь так любила играть, кажется, даже не могла без этого. Каждый день придумывала новую историю, составляла диалоги, которых мы должны были придерживаться. А все из-за того, что боялась, что без этого мы зачахнем и отдалимся. Резко прервала мою любовную речь и попросила подойти. Попросила обнять. Как тогда? Когда мы только познакомились, я долго не мог решиться обнять ее. Возможно, из-за моей врожденной робости, а может, боялся, что даже такая незначительная близость испугает ее, и она упорхнет от меня. Она сама попросила меня это сделать. Просто попросила обнять. И я обнял. А потом она снова улыбнулась, поцеловала меня, взяла чемодан и вышла. Я больше не пытался что-то говорить. Я был уверен, что через 2 дня она вернется. И так было всегда. Побежал к окну. Вот она вышла из подъезда, закурила и пошла. И я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из рук. Думал обернуться. И так было всегда. Не обернулся. Только спустя месяц я понял, что она больше не придет. Я понял, почему она молчала, почему улыбалась, почему не было слез и криков. Она ушла так же молча, как пришла.